Добрый день, друзья! 7 марта 2023 год. Очень интересная информация для тех, кого интересует, как высвободить время для семьи больше, да, от работы, как здоровье, чтобы было хорошее, да, и как больше, чтобы было финансового благополучия в семье. Вот это видео для тех, да. 7 марта 2023 год, YouTube канал Стороженко Владимир. Значит, 26 лет в сетевом маркетинге, работал с компанией Ламбре, парфюмерия с Франции и косметика lambre.ru. 20 лет работаю. 7 лет крайних For Life Research, сайт 4life.dv.ru, 4life.com, БАДы для иммунитета. И вот с 22 февраля 2023 года. А сегодня у нас 7 марта. Прошло 13 дней. И я разведал всю информацию, прошел обучение, пообщался, вот дал информацию где-то, ну, смотрели, не смотрели, но отправил 300 человекам в WhatsApp, 100 человекам в Telegram. С кем-то пообщался по нескольку раз. Вот. Но общий фон какой? Люди попадали раньше, и я попадал, да, поэтому как бы не верят. Но я сказал бы, не верят не в тему. А вот как мне помог мой наставник немножко так правильно мыслить, осознать. Не верят в себя в этой теме пока. Но они еще не смотрели информацию. Поэтому даю информацию. Смотрите, друзья. Приглашая одного человека, ну даже не двух, ну одного чуть больше, ну человека же не распилишь, да? Поэтому как бы двух человек в день, ну вообще как бы одного с хвостиком, да? С запятой. Смотрите, можно заработать 513 тысяч рублей. Это бизнес-план весенний. Просто мне надо будет 18 мая, наверное, уже начинать покос сезон, да? Если сойдемся по цене, это летний лагерь Суворовского училища, объект Минобороны. И до 15 мая я еще оттоплю сутки через сутки машинист котла, да, гостиница города Уссурийска, не буду говорить какая. Вот. Поэтому я для себя наметил бизнес-план на 65 дней. Так как я уже 13 дней, то я вошел не одним местом, а золотым треугольником дочке место купил и жене. Поэтому мне придется работать за троих. И вот я сегодня записал видео 1 час 6 минут. Значит, называется 07.03.2023 год. Весенний бизнес-план. За 65 суток 513 тысяч. Да? Стороженко Владимир плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. И вот смотрите, расписал все. Но, вы знаете, сейчас я подумал, и я все в цифрах расписал. Это 5 матриц семейных таких, да. Так вообще матрица семиместная, интегральная, да, не делящаяся. Но так как еще 2 места входит родственника, то это получается 15-местная матрица. И видите, обычно, ну, по законам жанра, да, говорим, вы зарабатываете, вы зарабатываете, вы зарабатываете. Не я, а вы. Но это же мой план. Он еще не стал вашим планом. Поэтому давайте я буду говорить «я», а вы это проецируете на себя. Поэтому вот смотрите, вот 7-местные матрицы, а из-под них 2 7-местных матрицы. Получается, это семейный треугольник такой золотой. И вы за одно и то же действие получаете, входя на 150 УЕ, 12 тысяч рублей, не 450 УЕ и 150 УЕ в реинвест, а получаете 1350 УЕ. Вот. 1350 УЕ, да? И 3 места в реинвест, да? И люди идут за вами, как ниточка за иголочкой. И смотрите, в чем суть. Турбо-турбо. Здесь вот я, допустим, вы, под вами 2 семейных места, и под ними по 2 семейных места, 4 семейных места. Но вам надо посмотреть, я говорю, видео весенний бизнес-план.
513 тысяч за 65 суток. 65 суток, потому что там начинаются в мае огороды, дачи, ну и уже какое-то количество людей не сможет уделять этому время. А так хорошая мотивация на отпуск, на стройку, на бизнес на свой, да, кому на что. И получается, что вам выгодно, так как я проявляю турбо-турбо, и мне надо закрывать семейные матрицы и свои матрицы, то вы можете удачно попасть в наши места, и получается, я работаю на вас. Не вы работаете на меня, а я работаю на вас. Значит, цифры в товарообороте, короткая такая, как бы, обзор, да. Смотрите, 150 долларов место, семиместная матрица. Это товарооборот 1050 долларов. Ну и в реинвест идет 150, да. Значит, это получается 57,1% вы получаете 450 долларов и 150 реинвест, 600 долларов, да. Это получается 57%, такого нигде нету. Смотрите, берем семейную матрицу, 15-местную, тогда уже получается 15 мест на 150, это 2250 УЕ товарооборот. Но вы выводите 450 долларов со своей семиместной матрицы, 450 долларов с члена семьи и 450 долларов с члена семьи. И у вас 3 места идет в реинвест. 150, 150, 150. Тогда получается, это от товарооборота 15 на 150, это 2250, а зарабатываете 1350 плюс 150, 150, 150. Это, друзья, 58,3%. А если мы берем все 5 матриц за 65 дней, ну пускай больше, какая разница, больше, но львиную долю вы все равно сделаете в эти весенние, предвесенние дни, пока не начались огороды, дачи, да, стройки. 5 матриц по 15, это семейные матрицы, золотой треугольник, чтобы в семью шло с 3 мест сразу одновременно, да. Ну, люди в сетевого маркетинга знают такие ходы, то получается 15-местных матриц по 2250 УЕ, это получается по курсу 76, это получается 855 тысяч рублей. А вы выводите 513 тысяч рублей. Друзья, это 60% с товарооборота. А мы в товарных компаниях, да, товарная компания дает нам молодость, спасают там от болезней, там дают красоту. Но там мы работаем за 5%, представляете? А здесь от 57% до 60%. Теперь возьмем, кушаем слона по частям. Нам надо закрыть 75 мест. 75 мест. Вот эти, получается, семейные матрицы по 15. И мне интересны первые 3 места, да, для семьи. А у меня очень много знакомых, очень много знакомых. Поэтому, чтобы получить вот из семьи еще заработать за 2 семейных места, конечно, я буду приглашать очень много-много людей, и вам это выгодно. Я своей активностью буду помогать ваши матрицы. И вы тогда уже представьте, я говорю за себя, а когда этот бизнес-план станет вашим, если что-то непонятно, конечно, звоните, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, плюс 7-914-974-45-45, Стороженко Владимир. Если что, наставник моего телефон моего наставника Татьяны Николаевны, которая вот мне показала свой кабинет, и у нее больше 8 миллионов она вывела за 24 месяца. Но она начинала с 30 долларов, не со 150, как я. Поэтому как бы у меня есть все шансы. И по большому счету нам всем вместе надо закрыть 75 мест. Я же не один. Всем вместе. А вы свои подгруппы строите. И я участвую в вашей работе. Я работаю на вас. Не вы работаете на меня. Вы еще про это вообще ничего не знаете. И получается, друзья, смотрите, в предыдущих компаниях за 26 лет
У меня очень много знакомых. Очень много знакомых. В предыдущей компании на любви к женщинам, вот сегодня, завтра 8 марта, я сейчас записал индивидуальные поздравления, групповые поздравления с 8 марта. На, смотрите, на мотивации дать женщинам красоту за 50% французского качества я пригласил 150 человек. А здесь нам всем вместе надо пригласить 75 человек. А я здесь один пригласил 150 человек, даже больше. Я своими знакомыми, если у нас общие знакомые, я подкреплял под группы. А из 150 человек, смотрите, получилось, друзья, 980 человек. Просто мне надо открыть записные книжки, взять телефонную книгу, вот 950 человек, вот, да, и просто обратиться, поговорить по душам. Это займет время. Поэтому, друзья, просьба. Я уже кому-то 300 человек в WhatsApp послал про Be Free, вот, Be Free, да, Be Free, вот так пишется, информацию. Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Если что, кто-то удалил. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир, значит, там с 22 февраля 2023 года. Еще, друзья, что хочу сказать. Значит, у нас есть телеграм-канал, и мы по субботам, ну, сейчас пока в 13.00, в 13.00 по Москве, вот, телеграм-канал, 11.03.2023 год, в 13.00, 11 марта будет у нас в телеграме встреча. Вам только нужно сделать себе телеграм. Вот, есть наставник, спонсор наставника, на Татьяна Николаевна есть еще наставники. Значит, будут помогать нам вот общаться с 75 человеками. Это бизнес-план для тех, кто проснулся от зимней спячки. Вот, весна, подъем энергии, энергию в нужное русло. Помощь в работе, личный кабинет. Нужно подключить VPN, это несложно. Чтобы по ссылке заходить на сайт. Ссылка для всех одинаковая. Паспортных данных не надо. Нужно себе логин придумать. Вот я, допустим, Стороженко, сторож, английскими буквами с банковской карты, да, написал. Вот, в кабинете есть все уровни. Вы видите всю историю своих вот партнеров. Что нам надо ответить на вопросы? Какие? Чем занимаемся? Мы касса взаимопомощи. Краудфандинг. Это деньги на мечту. Это касса взаимопомощи разрешена 135-м законом Российской Федерации. 4 аудита уже прошли. Деньги распределяет сервер. Сервер проверяет. Очень жестко проверяет. Значит, чем я занимаюсь? Касса взаимопомощи. Система рекомендаций. Мне нравится, у меня получается, я предлагаю другим. Но мы работаем на вас, не вы работаете на нас. Что делать? Давать людям информацию. Как делать? Вот Telegram, есть канал, есть личное общение с наставником, есть рассылки, есть, я сам записываю видео, есть видео от вышестоящих наставников, красивые, сделаны по всем законам копирайтинга. Вот. Что я получу? Значит, с каждой матрицы 150 вход. Ну, я не буду другие брать. На каждый день вы получаете 450, закрывая 7 мест. 7-местная неделящаяся интегральная матрица. Вот. А 150 в реинвест. Опять проходите, опять 150 реинвест, 450 выводите. 3 места с 3 мест вот нижних выводите. Получается 7 мест. Вот вы под вами 2 и под теми 2 по 2. Получается 7-местная матрица. Снизу, когда закрывается низ, вы выводите деньги себе на кошелек, на банковскую карту через обменник. Несложно. Можно разобраться, помогут. Вот. А когда вы делаете еще 2 семейных места, тогда это матрицы в матрице. Будет у вас справа и слева семейная матрица. Ну, тогда вы и выводите не один раз 450, а 3 раза по 450. Вот откуда цифры и складываются. 5 матриц уже не семиместных, а семейных 15-местных, тогда это получается 75 человек по 150 УЕ, вот получается на курс 76, получается 855 тысяч рублей. Вам достается
513 тысяч. Ну, вам и двум вашим семейным местам. Это золотой треугольник. Ну, надо и вложиться. 12, 12, 12, да, 36. Ну, получаете каждый раз 1350 УЕ. Это получается 100 тысяч рублей, 102 тысячи рублей. За 102 тысячи рублей можно понапрягаться. Кто-то закрывает это за 3 недели. Но вот мне спонсор подсказал, как можно ускориться, зайти тремя местами, и за 2 месяца, за месяц получается, есть статистика 3 стола, но вот за 2 месяца можно 5 столов закрыть, да? За 2 месяца и 5 дней. Это получается 75 человек за 65 дней, это получается чуть больше одного человека. Ну, пускай 2 человека в день. Но не вы один, а с вашей командой. С вашей командой просто закрывать 2 человека в день. Вы, конечно, заработаете побольше, люди заработают поменьше, но если они хотят ускоряться, это дорогого стоит, что мы открываем информацию, понимаете? Вообще это бизнес. Никто не обязан делиться своими секретами, да? Каждый работает на себя. Есть сайт, есть закон 135, разрешающий деятельность, есть аудит, который проверял, да? Каждый вникает, вот я вникал 13 дней, ну, вникал вообще 144 часа не спал. Потом пришлось выпивать коньяк, чтобы уснуть. Ну, вот такая информация. За 16 минут, ну, все легче, чем короткая версия, да, чем час 06, да. Ну, час 06, там я подробно рассказываю, как работает программа на каждый день, и как работают деньги на каждый день, и как работают деньги на мечту. Друзья, помогай Бог, смотрите YouTube-канал, следите за новостями. С теми, с кем я пообщался, пожалуйста, дайте обратную связь. Интересно вам это, неинтересно. Неинтересно сейчас, смотрите на результат, будет интересно потом. Друзья, еще раз поздравляю женщин с Международным женским днем 8 марта. Желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы дом был полная чаша, чтобы в доме был детский смех, родительская мудрость, перспективы во всех сферах жизни, верные друзья. Я со своей стороны 26 лет. Я вам помогал по Ламбре, я вам помогал по Full Life Research. Сейчас я понял, что без денег грустно. Я работаю за 25 тысяч на лопате. Получаешь их и не знаешь, куда их деть, засунуть. В эту дырку или в эту. Да? Поэтому я пошел вот в эту тему. Нравится? Догоняйте. Будем сотрудничать. Я вам рад. Сейчас есть 4 вкусных места. Потом еще будет 8 вкусных мест. Если вы попадете в эти места, я буду работать на вас. И я 100% времени буду помогать вашим знакомым агитировать их в ваши структуры. Обосновал? Помогай Бог. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Всего лишь 2 человека в день на всю группу приглашать. Телеграм-канал надо наладить. Общение там происходит. Ну и в WhatsApp происходит. Я работаю сутки через сутки до 15 мая, поэтому могу общаться с вами круглосуточно. Вот. Потом начнутся у людей дачи, огороды, поэтому надо классно стартануть. Помогай Бог.